Да пребудет с вами темная сторона силы, с вами Дарт, и сегодня мы отправляемся в Туманные горы, и у нас новая жертва, Трицератопс, появится. Здесь, кстати, очень здоровые стегозавры водятся. Нужно быть осторожными. Птернодону, кстати, тоже нельзя заколлектить, так что бесполезно по ним стрелять. Вам дадут только кристальчиков 5. Потеряете целый выстрел. Так, сколько весит данный стегозавр? Он редкий. Да, он редкий. И здоровый, походу. Очень здоровый. Где там наш цератозавр? Он далеко. Все, поймал тебя? Бежит, а? Скотина, скотобаза какая. Ты посмотри на него, бежит ведь. Откуда он знает, где я? Не знает. Не знает, он не знает. Где он? Где-то рядом. Меня напрягает, когда расстояние меньше сотки. Вон он, я его вижу. Уходит. Я ему так этого стегозавра так просто не отдам. Нет, не уходит, падла, он где-то там стоит. Блин, тут и укрытий-то нигде нет. Открытое пространство везде. Опа-опа, он с той стороны хочет обойти. Блин, он за той скалой сидит ведь, а? Еще этот туман. Он-то меня типа может увидеть, а я-то его нет. Вот падла. Мне это не нравится. Здесь вообще открытая территория. Твою мать! Цератозавр, я вас ненавижу. В печенках сидите. Уходи, уходи, давай. Так нужно постоянно вообще чекинить, где он там. Не чекинить, а чекать, я хотел сказать. Все, он уходит. Где? Где эта тварь? О, какой здоровый! Вот так тебе, урод! Будешь знать. Ребята, 5, мать его, тонный стегозавр. Это победа. Сколько ты весишь, злобный приятель? 1,8 тонны, охренеть. А ты чё припёрся? Этого, кстати, подстрелить нельзя, я уже пробовал. Фу, блин, жесть.
Ну, здесь они реально какие-то гигантские все, типа... С каждым островом они все больше и больше... 7, мать его, тонн! Охренеть! Где у тебя голова? Где у тебя что? Так, там цератозавры ко мне не бегут. 7500! Офигеть! Вот это туша! Типа, рассматривать их тут бесполезно, потому что, типа... Туман, нифига не видно. Кто там у нас? Стегозавр? О, трицератопс, отлично. Сходим вначале, узнаем, сколько весит стегозавр тот, который там в тумане у нас, да? А потом проверим трицератопса нашего. Так, ну тут должна быть открытая территория, должен его видеть. Но я не вижу, потому что туман. Вот это кто? Это Галимимус, 50 килограмм весит. Вот он, туша идет. Опять, смотрите, уникальный. Надо ловить. Как я не попал-то? Угадайте, кто бежит на выстрел. Скотобаза. Он прям передо мной, вот он. Выкуси. А ты еще и мелкий, пошел нафиг вообще. Блин, ну это жестко, конечно. Когда эти ребята на тебя нападают, это немножко жескач. Так, трицератопс тут один, я должен вам все равно показать трицератопса, но типа этот уникальный стегозавр, мне почему-то хочется его поймать, потому что не написано какой вес, а он, мать его, огромный. Не, попался. Ну? Ой, не то. Ну что, там кто-нибудь бежит ко мне, нет? Сколько ты весишь? Ну он столько же весит, идентично абсолютно. Да, цератозавр, конечно, выматывает. Ты в постоянном стрессе находишься. А когда, короче, в последующих островах еще Т-рекса добавят, это вообще жесть. От этого вообще не спрячешься. Он тебя даже на камнях достанет, потому что он тупо выше этих камней ростом. Он вообще гигантский просто. Тернозавр в этой игре, он гигантский вообще, гигантелло. Так, кто у нас в тумане? А ну покажись. Вдруг тут какой-нибудь опять там... А, 6-тонный анкилозавр, неинтересно. Я 7-тонного поймал. Не, ну правда неинтересно. И всего лишь один трицератопс из всех, что тут есть. Опять цератозавр. Да что ж ты будешь делать-то, ёшкин макарёшкин. И он близко. Ладно, надеюсь, у нас получится его убить. Сколько весит наш трицератопс? Это камень. О, вот он. 9 тонн! 9 тонн! Приятель, да ты... Так, а теперь ждем этого ублюдка. Не говорите, что бежит еще один. Нет, слава тебе, Господи. Ладно, 0.98 заберу.
Чё пугаешь-то, твою ж мать? Мут засранцы пугают. Блин, все огромные-то тут такие. Блин, было стрессово, когда этот цератозавр опять такой решил на меня напасть. А кто тут? Жужжит. Кто жужжит? Так, идем дальше. Так, 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 так. Покажись. Сколько ты весишь? Я 9-тонного поймал. Если ты весишь тон 7, я тебя даже ловить не буду. Правда, я оставлю тебя в живых. Просто покажись. А, он меня слышит, но не видит. Я вас понял. То же самое. Вот. 6 тонн. А, трицератопс 9 тонн. А кто там 6 тонн? Анкилозавр. Ну, трицератопса давайте поймаем. Один выстрел, один труп. Хватит храпеть. Ну все, увидел, вали. Не на меня, убегай. Молодец. Четыре тонны, неинтересно. Типа после 5-тонных он реально не интересен. Да чё он бежит рядом со мной, писиш? Писиш. Так, кто из них... О, два цератозавра. Кто из них стегозавр? А, все они стегозавры, я вас понял. Ладно, сколько тот весит? Пока, слава богу, меня не видит цератозавр. Я хоть посмотрю. Вон он идет. 4 тонны тоже. Слабенько. Где это вот эта тварюга? Вот где-то там. Слились, слиплись цифры. Я не вижу, сколько... До цератозавра расстояние. Но он прямо передо мной должен быть, я его вижу. Фу. Второй бежит ко мне, блин. Да уйди! Да, он бежит. Спрячемся тут, он меня тут не найдет. Так, где эта коза? Выходи, я ж тебя вижу. Можете убрать этого топотуна? 73-72, он идет ко мне. Может, у меня есть возможность уйти? Не, ну с этими ублюдками вокруг, конечно, нет. Я не буду забирать. Ты же меня не укусишь, пока спишь?
куда этот урод собрался? Завалю этого цератозавра, и мне кажется, хватит. Ага, вот он. Смотался. Ты сколько весишь? 6 тонн. Ну все, я за этим гадом пошел, короче. Мне кажется, учитывая, сколько я в него всадил, он какой-то огромный там. Диконький, а? Да, это тот 4-тонный. Но он мне не интересен. Мне он того цератозавра подал. Ты больной! Уйди! Они когда чем здоровее, тем охреневшие. Вот и где этот чел? В 173 метрах. Я его тупо не вижу, да? У них хотя бы очертания. Самые такие маленькие очертания. Проблема в том, что он сейчас тупо может меня увидеть. Но я надеюсь, что ему пара выстрелов осталось. Так, у меня оружие перезаряжено, 116. Где он? Куда звук пропал? Слава богу. Сколько ж ты, урод, весишь? Тоже мне не интересен. Так, у меня осталось два этих. Сажу-ка я в этого стегозавра, то он у меня... Из-за него звук сломался. Да не, походу не сработает. Ладно. Фу, блин, это было потно. Ну что ж, дорогие подписчики и зрители канала, надеюсь, это видео вам понравилось. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, вступайте в группу канала, ссылка будет в описании. С вами был Дарт, увидимся в следующем видео, да? Значит, что у нас тут? Что, где я не вижу? Ага, 5,49, тонна 8, 7,54, 96, 5,49, 9,32, 0,98, 54, 9,32. Какие-то они все одинаковые. А, увидимся в следующем видео и... Всем пока!